Всем привет, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Большое спасибо всем, кто смотрит наш с Юлей реалити. Спасибо большое за слова поддержки для моего клиента. Мне не нужно их говорить, все хорошо. Посмотрите третью серию. Небольшой комментарий к третьему занятию. Что важно понимать? Обратите внимание на то, что вам надо досмотреть до конца занятия. Потому что в конце я буду говорить о теме, которой я вообще хотел посвятить отдельный ролик, и, скорее всего, я так и сделаю скоро. Посмотрите до конца. Посмотрите, что я буду объяснять в самом конце. Только не перематывайте до конца, как вы любите делать, а посмотрите, как я веду занятия, к чему мы переходим. Обратите внимание на то, какие элементы осознания приходят к нашему клиенту, на то, что потихонечку получается и как это потихонечку этап за этапом происходит. Обязательно посмотрите до конца, и я уверен, что вы найдете себя и увидите пути решения многих проблем, которые я благодаря каналу Невроза Мегаполиса и благодаря реалити вы видите в своей терапии совершенно бесплатно. И в этом и есть, собственно говоря, задача нашего реалити, чтобы люди, смотря на то, как ведутся занятия, часто видели в себе то, что они не могут увидеть вот так просто сухим взглядом. Спасибо большое за просмотр, поставьте лайки, мне и моему клиенту будет это приятно, прокомментируйте, выскажите свое мнение. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые серии, и обязательно посмотрите ленту выше, которая связана именно с теми темами, которые я выпускаю на канале. Не забудьте подписаться на телеграм-канал, там бесплатно аудио, подкасты каждый день. И не забудьте проверить сайт красиков-онлайн.рф, чтобы посмотреть, когда ближайший онлайн-тренинг по работе как и с самой симптоматикой, так и теми причинами, которыми мы занимаемся, как с моим клиентом Юлией, так и со многими другими персональными клиентами. Онлайн-тренинг идет 10 занятий, 5 недель, 2 раза в неделю. Сегодня уже скоро набирается 6-й сезон. Посмотрите, когда там начало, когда что. Буду рад вас видеть. На 5-м сезоне у нас 227 человек. Будем ждать 6-й сезон, поэтому милости просим. Каждый раз программа обновляется, посмотрите точку роста. В общем, смотрите все и приходите на занятия. Не надо откладывать на потом, потому что невроз – это не грипп. Сам он не проходит. Надо конкретно понять и конкретно действовать. Смотрите серию до конца. Счастливо. Да. Ну что, давай начинать наше с тобой какое? Третье занятие? Да, третье. Третье. Прекрасно. Окей. Так, ты сегодня не дома. Ага. А тебе удобно будет говорить? Удобно. Сегодня в клинике выходной, поэтому тут мне самое удобное место получается. Ты по твоим многочисленным улыбкам могу предположить, что ты чем-то взволнована, огорчена. Я не знаю. Я просто сегодня целый день, и вчера тоже мы переезжаем. Просто с квартиры на квартиру. И я, да, наверное, еще не могу прийти в себя после этой всей беготни. Вот. Ну, да. Ты не производишь впечатление человека, который просто переезжает. Ты передаешь впечатление человека, который вот-вот расплачется. Это мои чувства сейчас. Такие. Они как-то вот отражаются во мне сейчас, то, что я чувствую по отношению к тебе. Это мои предположения или это что-то большее? Ну, плакать мне не хочется. Я действительно взволнована. Я, наверное, взволнована тем, что виню себя, что нужно было быстрее и раньше эти вещи перенести. Вот. Но я этого не сделала, потому что, ну, вот так, да, потому что так бывает. То есть ситуация, которая заставила тебя думать и испытывать определенные эмоции негативные, находиться в негативном настроении, как выглядит? Вы переезжаете, суета, а можно было бы заранее. Тебя кто-то в этом обвинил или ты сама себя обвинила? Ну, мужу было неприятно, что да, мы это все откладывали на позже и на позже. Угу. И последний момент, суета, беготня, коробки, пакеты. Понятно. А как ты себя в этой ситуации винила, как тебе свойственно?
Давай попробуем найти автоматические мысли здесь и убеждения. Потому что, да, действительно, там ситуации в жизни бывают разные. У тебя, у наших клиентов, у меня. Но наша задача здесь сделать так, чтобы мы себя не третировали. Не третировали в слишком жесткой позиции. Как ты себя третируешь именно в этой ситуации? Ну, у меня есть, ну, чувство вины я испытываю, да, эмоцию вины и стыда. Как я себя виню, что у меня есть, как это, ну, даже сравнение к себе, что вот я должна была все-таки сделать так, чтобы я, ну, переносила эти вещи постепенно, а не так, как вот аврально. Потому что если я это переношу вот так вот аврально и откладываю на последний день, то это означает, что я плохая хозяйка, плохой организатор, плохая некомпетентная жена, некомпетентная, там, я не знаю, квартирантка. Вот. И, ну, это провоцирует чувство вины, да, и стыда. Совершенно верно. Если любой человек считает, что если он дотянул, например, этот переезд по каким-то обстоятельствам до последнего, и в последний момент пришлось там проявить активность и суетиться, и любой человек будет считать, что он от этого доказанно некомпетентный квартирант, домохозяйка, жена, мать и вообще человек на этой планете, то любой человек будет себя гнобить и будет таким образом портить самому себе настроение. А есть люди, которые доведут до последнего, посуетятся и скажут, ну а что такого? И никакого чувства вины и стыда здесь не будет. Как ты думаешь, почему твои убеждения неверны, что если ты в последний момент стала собираться и проявлять активность и так далее, это доказывает, что ты некомпетентная жена? Ну, потому что у меня действительно... Приведи мне, пожалуйста, аргументы, на которые ты опираешься. Вот у тебя есть убеждение. Компетентная жена – это жена, которая всегда все планирует, всегда все делает заранее. Это ты откуда взяла? Ну, статью какую-то Конституции, может быть, закон, может быть, вы это прописали в брачном договоре. Ну, это нигде не прописано. Мне просто очень нравится такой тип людей, организованный, вот которые все планируют, у которых все по плану, у которых нет такой спонтанности, взбалмошности, как у меня. Мне просто нравятся такие люди. И, наверное, мне бы хотелось тоже быть такой. Но вот все-таки, видимо, я не знаю, то ли я недостаточно хочу этого, то ли я этого не знаю, не умею, что ли. Ну, вообще достаточно, наверное, все-таки сложно планировать, распределять свое время, мне кажется, так. Давай Мне нужно предположим, что тебе научиться. действительно не очень хорошо удается планирование. Угу. А с чего ты взяла, вот давай вернемся к моему вопросу, на основании каких вот фактов и конкретных вот доводов ты делаешь вывод, что девушка, даже не обязательно ты, а человек, у которого все планирует и у которого все якобы продумано, вот он нормальный. А тот человек, у которого пока что не удается планирование, у него плохо с тайм-менеджментом, плохо с самоорганизацией, самодисциплиной. А между нами говоря, я тебе могу сказать, что у каждого второго моего клиента, если не у каждого, ну, каждого второго, наверное, так будет правильно сказать, очень плохо с самодисциплиной и самоорганизацией. Особенно это касается неврастенников, таких как ты. Они пытаются в единицу времени успеть три дела, как Юлий Цезарь. В итоге у них не получается ничего, они еще расстраиваются, еще и приобретают переутомление. Давай здесь разбираться. Первое. На основании чьих слов и каких фактов ты считаешь, что вот люди, у которых планирование хорошее, и которые заранее все умеют якобы предугадать, я тебе уже намекаю, якобы, вот они нормальные. А вот если у человека, у какого-то не удается идеальное планирование, и часто в последний момент они начинают мобилизироваться, то это априори плохие люди. Вот на основании каких вот фактов или законов, или слов, чьих ты так сделала такой вывод?
Да нет таких ни законов, ни фактов. То есть ты сама себе просто так вот такую религию внутреннюю выбрала, что вот эти люди, они вот нормальные, а вот эти люди, они ненормальные. Просто неприятно расстраивать окружающих. А что ты взяла, что вот... они расстроены? Ну, иногда они высказывают, они же имеют право мне это высказать. Хорошо, давай предположим, что у людей есть некоторая озабоченность и некоторая напряженность спонтанными собираниями дел. Но так ли это ужасно? И в конце концов, а почему, собственно говоря, ты одна несешь ответственность за всю эту историю? А остальные что делают? Ну, тоже что-то делают. Не я одна, ну, вернее, ну, вчера, да, вчера я в основном одна это все переносила. То есть ситуация, подожди, извини, выглядит так. А муж с братом, если я правильно понимаю, собрали все вещи, все, что от них требовалось, все свои мужские гардеробы, все технику, все упаковали, закрутили, подготовили, а вот только твои трусы, белье, косметичка и так далее осталось разбросанным. И все такие стоят и ждут, боже мой, когда же Юля все-таки придет и это соберет? Мы вот все собрали, она нас задерживает, так? Я не могу сказать, что именно так, ну там частично там я свои вещи частично перенесла, частично он свои перенес, там, муж, ребенок там свои немножко попереносил, ну в принципе там основная масса была даже, ну я не то что скажу, что это именно мои там, мои тоже были, как его, ну короче, это наши, я не могу сказать, что это там только мои. Вот, просто как бы срок поджимал, и вот вчера муж там на работе был после обеда, а я вот после работы там все перенесла, перескидывала в соседний. Ну, переезд вообще-то такой ближний, со второго этажа на первый. Так что я это все обратно переносила, да. Слушай, я понимаю, если бы у вас там поджимал срок, вы бы переезжали из одного района в другой. Это просто разные этажи. И ты себе учудила эту целую стрессирующую историю. Давай разбираться еще раз. По поводу убеждений. С чего ты взяла, что люди, которые вот все планируют, они нормальные? А вот те, у кого с планированием, допустим, или с организацией не очень хорошо, я вообще не думаю, что эта ситуация связана с твоей организацией. Я не думаю, что ты лежала на диване, курила бамбук, а все остальные работали, а потом тебе сказали: Юля, ну чё ж ты куришь бамбук? Я думаю, что ты как-то тоже сообща со своей семьей, просто вы вместе это затянули? Ну, в принципе, да. Ну, я, знаешь, я как скажу, вот, вот вернемся к той ситуации первой, когда вот у меня телефон сел в скайпе, и мне пришлось там зарядку. Да. Доставать. Ну, вот, ну, твоя позиция была, что, ну, бывает там, ладно. Это не моя позиция, это позиция планеты Земля. Что такое бывает? Ну... Вот я хочу, чтобы ты это поняла, что это не моя позиция. Если у нас сегодня пасмурно и холодно, это не позиция моего района, это позиция планеты. Здесь погода меняется. Если у меня сейчас выключится интернет, это обычное явление. У тебя там что-то там. Ты понимаешь, ты рассматриваешь любые события в твоей жизни. Обстоятельства преодолимой силы, непреодолимой силы, форс-мажоры, какие-то ошибки, какие-то недоработки, как априори себе вину, где ты якобы должна была это профилактически избежать. И копится у тебя это в копилку самообвинений. Вот я... Вот сейчас телефон разрядился, я должна была взять зарядку, я должна была предусмотреть. И ты любые ситуации рассматриваешь предвзято со словами, и это доказывает, еще раз доказывает, что я какая-то там такая-то, плохая. А с чего ты взяла, что эти ситуации доказывают? Потому что в этой ситуации, например, муж бы сказал вот так: а чего ты не зарядила телефон, а чего ты не взяла с собой там, как powerbank, а чего ты там то не сделала, чего ты вот,
допустила такое несчастье. Вот тоже сейчас Хорошо, там. стой, подожди, стоп, 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 стоп. Вот муж тебе подсказал, а чего ты не взяла с собой зарядку? Ответ здесь какой? Я посчитала, я вообще-то первый раз в таком формате телефон использовала, и я подумала, что мне этого заряда, который у меня есть, вполне выставить, хватит. Так. Вот. И на следующий раз я как бы думала, что я Так, подготовлюсь, вдруг, так. Отсюда если можно так. вывести убеждение, что я должна все знать и все предугадывать. Ну, откуда это? Опровергни сейчас это убеждение. Вот сейчас логически вытекает, что ты считаешь, что ты все должна знать, все предугадать, все предусмотреть. И если что-то ты не предугадала, не предусмотрела, даже независимо от того, что у тебя просто опыта в этом нет, то ты не знала, когда у тебя разрядится телефон. Ты была уверена, что скайп-консультация не съест столько заряда батареи. Но у тебя сейчас есть понимание того, сколько заряд батареи длится, и ты на будущее просто будешь знать это. Невозможно все предугадывать на планете, и невозможно предугадывать все планирование. Невозможно планировать так, чтобы уберечь себя от многих вещей. У тебя муж не дева часом? Близко, но не он. Потому что обычно девам свойственно все предугадывать, планировать и анализировать. И когда что-то люди не спланировали, не поняли, для них это удивительно. Да? Но тем не менее, у мужа у твоего есть такое убеждение, что все можно предугадать. Он бы по своему характеру взял бы зарядку, взял бы молоток, гвозди, я не знаю, бензопилу на случай, если дерево упадет в этот момент консультации на здание. Он знал, что оно может упасть, он взял пилу и пошел, спилил ветки. А еще он взял спички и дрова на случай, если во время скайп-консультации выключится свет, он разожжет костер и скажет: «Я предугадал, я знаю это». Но это же абсурд. Ну, по большому счету, да, но я еще не совсем адекватно воспринимаю. Скорее всего, он всегда будет таким, не всегда Это будет его. мне это говорить, Это потому что его. я всегда буду промахиваться, у меня всегда будут какие-то ошибки, но я еще не совсем адекватно воспринимаю вот эти его слова. Я скорее их зажимаю, глотаю, вот эти вот вину, обиду, вот он меня опять наругал, вот он меня опять что-то Смотри, там ткнул. смотри, смотри, давай здесь кое-что обсудим. Неплохо, если твой муж организованный врач. Прекрасно. Неплохо, если он немножечко комбинаторно мыслит. Это хорошо. И хорошо иметь рядом человека, который может тебе постоянно напоминать или подсказывать. Но плохо его напоминания и подсказки или какие-то его предупреждения или напоминания интерпретировать в упрек своей личности. Вот что я хочу, чтобы ты здесь поняла. Да, ты могла бы это, да, он бы взял. И ты можешь у него слушать это, но воспринимать это рационально. Да, действительно, я в следующий раз буду брать, например, с собой зарядку. Ты же его слова, то ли из-за его дикции, то ли из-за его интонации, то ли в целом из-за собственного понимания, воспринимаешь его взгляд на ситуацию, рекомендацию, напоминание как упреки. А как можно поменять свое понимание того, что он говорит? Упреки Что ли на это? самом деле, Упреки ли это? Доказывает ли это, что ты плохая? Вот что я хочу, чтобы ты подумал. Нет, то, что он у меня, ну, вот такой, какой он есть, это в принципе классно, потому что я думаю, что если два человека неорганизованных сойдутся, ну, в принципе, будет, наверное, все-таки хаос. Поэтому классно, когда есть кто-то, который может подсказать, что и как лучше организовать, спланировать, поступить. Вот. И это на самом деле очень-очень хорошо. То, что он мне делает эти замечания, опять же, да, это прекрасно.
Мне нужно понять, что он, если он живет уже со мной столько лет, то, скорее всего, он принимает мои недостатки, но молчать про них, ну, просто неразумно. Почему? Потому что я думаю, что, в принципе, человек, который любит, да, он так или иначе хочет, помочь, что ли, развиться, стать лучше. Вот он меня все время улучшает. Ты сегодня взяла зарядку сама? У меня есть зарядка, да. О чем это говорит? Что я делаю выводы, да? Да, потому что вы разные. И действительно, из ситуации, где муж тебе как бы говорит, ты берешь какой-то урок. А почему ты слишком болезненно к этому относишься? Я просто как-то, во-первых, я с ним не обговаривала вот то мое отношение к его словам. Вот об этом чуть позже еще я поговорю, расскажу. И я как-то, предвзято, да, воспринимала вот эти замечания. И я просто делала вид, что они для меня обычные и нормальные, эти замечания. Но сама себе как бы внушала, что вот он, наверное, на меня очень разозлился, и он из-за этого считает меня там какой-то очень плохой. Возможно, из-за этого он жалеет, что он живет со мной. Возможно, я ему уже надоела со своими такими вот. Слушайте все внимательно, да, Юль. Угу. Ситуация очень проста. У мужа алгоритмичный склад ума, он немножечко думает наперед. Он такой человек, он так вырос, так было сформировано его детство, его юность, так создана его голова. Поэтому он стал врачом, потому что это алгоритмы. И твоя история заключается сейчас в том, что он просто выражает тебе напоминания и выражает тебе постоянные такие, как бы, подсказки, что ли, давайте назовем подсказками. Да. А ты сама смотри, вместо того, чтобы понять, что он просто человек, который тебе подсказывает, ты говоришь как? Если он мне подсказывает, и если он видит, что я не продумала так же, как он, и вот тут пошла твоя когнитивная фантазия. Это вот наше убеждение, чтение мыслей, катастрофизация. Да? Я знаю, что он думает обо мне, что я плохая жена, и он, наверное, во мне разочаровался, но не может меня бросить. Это доказывает, что я плохая, и он думает, боже мой, зачем же я на ней женился. На-на-на. И вот именно вот этот внутренний голос, в хорошем смысле, заставляет тебя заниматься самоедством. А если в этот момент ты скажешь себе, да я понятия не имею, что он думает, он просто мне напомнил то, как обычно у нас это с ним происходит. А почему бы тебе не сказать ему, как ты понимаешь его замечание, не услышать от него, что он думает по этому поводу? Ты правильно привела аргумент, что если бы он считал меня конченной тварью, но вряд ли он бы столько лет бы продолжал бы это делать. Значит, а если мы к нему подойдем и спросим, слушай, у меня есть такое чувство, у меня вот такая хрень, когда ты у нас человек организованный, собранный и так далее, и когда ты мне говоришь, как бы надо было бы поступить, как бы ты бы поступил, это очень здорово, правильно. Просто я это, если честно, воспринимаю, как будто ты мной недоволен и как будто я плохая. И когда это накапливается в большом количестве, я готова подойти к тебе и сказать, разведись со мной. И я, кстати, была ситуация, но она связана больше как с воспитанием сына, что вот, например, как ее начать. В общем, я веду к тому, что я все-таки поговорила с мужем, как мне это не хотелось сделать, но я себя заставила, пошла с ним поговорила и выяснила для себя много моментов, которые, в принципе, мне достаточно были приятные. Например? Начну тогда по порядку. Ситуация была такая, что там мы решили, там, ну, сын и теперь мы спим в разных комнатах. Ну, так вот теперь мы будем. И мы на самые там первые дни включали радио няня. Она у нас аналоговая, шумела, мужу мешала спать.
Поэтому я сыну сказала, говорю, давай мы завтра уже не будем ее включать, она тебе не нужна. Он со мной согласился, но когда пришел вечер, и муж у него спросил, ну что, Артур, будем включать или нет? Артур, естественно, как-то разволновался, ну то есть мама сказала, что уже не будем, а папа вдруг спрашивает, может, включим. Ну, так то ли кивнул, что включать будем, то ли нет. И я как-то попыталась, ну, сказала так, ненавязчиво, но мы же договаривались, что уже не будем включать. Нет, говорит, давайте включим. И папа говорит, ну включаем, тогда включаем, пусть еще привыкнет. Я эту ситуацию трактовала так, что мое мнение как мамы не важно. Ведь мы же договаривались с сыном, а вот папа передумал, и это получается, что я некомпетентная мама, потому что не могу там свою точку зрения сыну довести, и некомпетентная жена, потому что вот как бы сыном не умею, и тут вот не угадала его мысли, какие он там хотел, а я же так старалась для мужа, а мужу это вроде как и не надо, вот уже и не мешает ему. Вот ты поняла, ну, что суть. Именно вот эти сейчас убеждения, которые ты произнесла, и создают постоянно твое настроение. Да, я поняла. И вот я такая вся опять, как обычно на автомате, такая вся обиженная, такая вся виноватая, в общем, промолчала. Потом и стоп, смотри. И поведенческая часть когнитивно-поведенческой терапии, ты сначала поняла вот так, как ты сейчас сказал, значит, меня не услышали, значит, некомпетентная, и я промолчала. Вот когнитивно-поведенческая ошибка, где терапевтический механизм заключается в первом – опровергнуть первое суждение и поступить по-другому. Так. Ну вот, и что я дальше сделала? Я себе это на листочке так написала. Вот, и когда уже там сын уснул, думаю, подойду и скажу мужу, почему вот он принял такое решение, там, включить няню, ведь мы же договаривались. Я сказала ему фразу, мне показалось, что мнение мамы, ну, не важно. И как бы, как я написала, это я уже забыла. Ну, суть. Я очень боялась, между прочим, сказать ему это, потому что он, как обычно, понимая, что мои мысли иррациональные, кривлялся. Типа, ну какую фигню я вообще несу, и человек к нему пришла с этой фигней. Я не хотела вот эту вот эмоцию увидеть, и поэтому даже не хотела эту фразу говорить. Ну, заставила, пошла. Сказала, что вот мне показалось, что твое поведение выставляет меня как маму не очень важную и ну такое. В общем, он скривился. Я увидела опять это выражение лица и психанула, и ушла. Ушла. Значит, и стала думать, как же мне на это отреагировать. Я надеялась очень, что он уже пошел спать, потому что ему действительно как-то сложно себя перебороть и пойти все-таки на этот разговор и вывести все, как бы расставить на свои места. Пришла, он еще не спал, и я подошла к нему и сказала, что, он говорит, ты знаешь, мне было очень неприятно увидеть то, как ты скривился. Потому что мне показалось, что тебе абсолютно все равно, ну, не придаешь значения тому, что я тебе сказала перед этим, то есть тому, что вот я не важна. Uh-huh. Что он сделал? Он очень удивился, он меня обнял. Uh-huh. Вот, и да. Дальше мы... Ой, что-то меня опять потянуло на слезы. Так, ну, в общем... У нас достаточно долгий был разговор. В принципе, он для меня был очень-очень приятным на самом деле. Я очень рада, что я с ним поговорила. Наверное, надо чаще так разговаривать. Ну, вот тут-то как раз я из первого занятия об этом тебе и говорю. Ну, ты не довела, да, до конца сейчас фразу о том, что он тебя обнял? Что он сказал? Слова какие были? Он сказал так... Ну, если ты считала, что твоя позиция верна, почему ты не отстаивала ее дальше? Mm-hmm. Да, мне вот это очень понравилось, потому что я считала, что если он вот сказал там, ну, разбирая эту ситуацию, да, что включаем все-таки радионяню, что он считал, что
его слово важное, а мое слово не важное. Ну, хотя это у меня в голове на самом деле, что он мое слово все равно берет во внимание, и если я действительно буду сама в это слово верить, в свое, и сама докажу свою позицию, то он ее примет обязательно. Вот. То есть он сказал, что ты так быстро сдулась. Вот. А ты потом не смогла ему объяснить, почему ты сдулась? Я сказала так, что у меня есть убеждение, что мужчина в семье должен быть главным, и его слово должно быть самым важным и самым последним. Это твоя иллюзия, это твои оправдания перед своим страхом. На самом деле ты ему не сказала и не выразила по поводу того, по поводу другого страха. А вот это мужчина главный, это все, конечно, социальные отговорки. Сейчас мы об этом поговорим. Во-первых, мне очень нравится, что ты этот шаг потихонечку, на полусогнуто дрожащих, но делаешь. И твои зрители сейчас это увидят. Единственное, что я бы хотел здесь внести некоторые корректировки для тебя. Первое. Там было в одной ситуации две ситуации. Первая часть ситуации заключается в том, что ты почувствовала, что тебя ущемили, потому что вы как бы договорились, а потом он включил как будто заднюю. Хотя он просто предложил, давай включим, что ты хочешь. Ты предложила выключить, и вы договорились, а он потом вдруг сказал, что, включим или не включим. И в этот момент ты интерпретируешь как? Значит, он обесценивает меня, и значит, мое слово ничего не стоит, и ты формируешь обиду. Хотя на самом деле можно было изначально понять ситуацию, что он вообще мог забыть про это, или он вообще мог просто предложить сыну из жалости. Например, он увидел глаза сына вечером и сказал, блин, можешь включим? Ты что, хочешь или нет? И он ждал от сына слова, нет, мы мама с мамой договорились, или да, мне очень страшно, давайте включим. Он просто спросил еще раз у сына, чтобы убедиться, что он не сильно переживает. Увидел, что, видимо, переживает, и решил, ну ладно, окей, давай включим, исходя из жалости к нему, исходя из там, сочувствия, да, и сказать, ну давай не так сразу, да. А ты интерпретируешь сразу, что тебя как будто подвинули на задний план, что уже, в принципе, иррационально. Это первое. Второе. Когда ты к нему приходишь первый раз на полусогнутых, ты испытываешь страх. Потому что ситуация тут выглядит так. Я сейчас иду выразить ему свои чувства, что меня подвинули как бы назад. Это ситуация. А чувство тревоги у тебя возникает, потому что у тебя мысли, сейчас он скривит свое лицо, и это докажет, что я опять ничего не стою. И я опять этого не хочу чувствовать. Вот почему у тебя дрожат ноги в этот момент. И ты к нему подходишь, и руководствуясь своим страхом, ты не выражаешь те слова и те чувства, которые можно было бы сказать. А выглядело бы это примерно так. Ты знаешь, если честно, я хочу сказать тебе о своих чувствах. Мне это важно. Только не вот так вот, а языком тела показать свои серьезные намерения. Потому что твоя улыбка и твоя вот это говорит невербально, что ты несерьезно. Это то же самое, что приходит генеральный директор к своим сотрудникам. Он говорит, ребят, это самое. Ну, короче, мы тут это самое. Тут очень серьезный такой момент. Вот, очень серьезный момент. Нам надо сократить там каких-то людей. Там, в общем, это надо понять так очень вот, объективно. Вы должны напрячься. Да, кстати, да-да-да. Ага. Ты что думаешь, они его серьезно примут? Нет. Невербальный язык тела, когда ты пытаешься с мужем донести до него, что это вообще для тебя важно, он должен повторять интонацию, и невербалику, и вербалику, да, это язык тела. То есть не надо смеяться в этот момент, не надо улыбаться, не надо хихикать и делать вид, что это так, знаешь, между строк к тебе пришла поговорить. Нет, сел и сказать так, есть ситуация. Так вот, ты говоришь, так или иначе, это можно так выражать, как пример. Ты знаешь, если честно, я хотел тебе кое-что сказать. У меня сейчас внутри это задело, и мне очень важно, чтобы ты дал мне свое, ну, свое слово, ну, свою оценку. Мы с тобой муж и жена, и ты для меня самый близкий человек, я хочу с тобой этим поделиться, окей? Он говорит, ну окей. Когда ты сказал сыну, давай включим или давай не включим, мы решили включить, я почувствовала, как будто меня задвинули на задний план. Я поняла эту ситуацию так, как будто вы переиграли, не послушав меня, обесценив мои слова. Он на тебя смотрит удивительно, говорит, кто тебя обесценил? А что ты тогда не сказала, нет, мы решили?
Он даже не знал, что он своими действиями якобы обесценивает тебя, потому что ты так понимаешь. Он вот к чему к тебе клонил, что он даже не понимал того, что у тебя внутри разворачивается целый процесс обесценивания тебя и обида. И если бы ты изначально подошла бы к первому диалогу более серьезно, он бы не ухмыльнулся. Потому что ухмыльнулся он от твоего «а». Неуверенного голоса, б, странной мимики в этот момент, словами, ты знаешь, мне как-то там что-то там как-то показалось. Что это за показалось? Я чувствую, а не показалось. Показалось это когда показалось. А ты не, тебе не показалось. Почему ты говоришь показалось? Допустим, его зовут Саша, предположим. Ты говоришь, Саш, я чувствую. Я испытываю такое чувство сейчас. Мне от того, что произошло, я так подумала, я так поняла, не показалось. Он скажет, ну тебе показалось. Поэтому первый подход, вот эта тревожная несерьезность, которой ты пытаешься выразить серьезные для тебя чувства, он считывает и естественно, к этому говорит, Юль, что ты придумала, блядь, хорош. И ты его реакцию опять берешь как ситуацию и говоришь, если он так отреагировал на якобы мои слова, хотя ты их не выразила, он отреагировал так, как ты это сказала. Вот непонятно как. Это доказывает, что я точно ему не нужна, и это доказывает, что я точно какая-то на заднем дворе. Потом ты берешь эту ситуацию, опять садишься на кухне, опять берешь листочек, вспоминаешь наши занятия, говоришь, нет, надо что-то с этим делать. Возвращаешься к нему и говоришь уже про вторую ситуацию. Вот тут уже было лучше. Мне было неприятно от того, как ты ухмыльнулся. И вот тут уже наклевывался у вас более конструктивный разговор. И как только ты со второй ситуации пришла более серьезным лицом, уже без хихиканья, хаханья и сказала более четко, он подошел к тебе и обнял тебя. И сказал, да я не думал даже об этом. Ты слишком драматизируешь. И так было бы всегда. И постоянно, если бы ты правильно выражала свои чувства в этом смысле, без вот этого твоего наигрывания. Это единственное, что вам надо развить этот навык в семье. Он мешает, потому что ты боишься, что твои чувства будут отвергнуты. Но ты их выражаешь просто так, что их не воспринимают серьезно. Ты о боли внутренней и о просьбе тебя обнять. Говоришь так, что он тебя не понимает. Он думает, что ты прикалываешься. Или просто для тебя это «Ха-ха, что-то там мне показалось, мушка пролетела». Нет. Тебе больно, потому что ты привыкла так понимать его слова. И то же самое касается любых его замечаний. Он просто сделал замечание, потому что он бы взял пауэрбанк, он бы предупредил бы эту ситуацию. А ты нет. Он просто сказал, что ты не взяла зарядку. А ты сама своим пытливым умом. Если он так сказал, значит, он считает меня дурой. Поворачиваешься к нему и говоришь, ты знаешь, такая интересная ситуация сегодня была. Помнишь, ты мне сказал про зарядку? Да. А знаешь, что я подумала, когда ты сказал? Чего? Что ты считаешь меня дурой конченой. Говорит, Юля, ты что? Я просто тебе сказал, что можно было взять зарядку. А я подумала так, как будто ты считаешь меня тварью низкоинтеллектуальной. Он говорит, Юль, ну ты явно перебарщиваешь. И ты знаешь, Саш, предположим, Саша, и ты знаешь, Саш, так всегда. Когда ты мне просто делаешь какое-то замечание с искренними пожеланиями, чтобы я там в следующий раз не ошибалась или была более внимательней, я, прикинь, понимаю это так, как будто ты все с каждым разом считаешь меня все тупее и тупее. Он говорит, да я просто тебе напоминаю, я тебя люблю. Я просто хочу, чтобы в следующий раз ты не была в неприятной ситуации для самой себя. Я просто тебе говорю про зарядку, я просто тебе говорю про это. Другое дело, что его мимика, его интонация, она может с тобой считываться, как такая прям а твоя мимика и твоя интонация считывается им как И вот эти разность потенциалов и не дает вам понять друг друга. Он тебя не знает. Вы сколько лет вместе? 13. Вы 13 лет вместе, он не знает, как ты реагируешь на его слова. Он, кстати, я думаю, что вот он полностью, ну или почти полностью согласен с твоими мыслями, с твоими мне рекомендациями. Он посмотрел первую серию, и тогда он мне сказал,
что моя мимика вообще не соответствует тому, что я говорю, и сказал, что вербальная часть очень важна, над этим мне нужно будет очень-очень работать. Потому что я как-то, я себя не вижу со стороны, и, честно говоря, мне даже тяжело оценить, действительно ли она не соответствует. И вот даже интересно за собой наблюдать вот в этом реалити, потому что я даже не вижу, я не знаю, как я выгляжу. У тебя два психотерапевта, один дома, один на дистанции теперь. Да-да-да, ну просто то, что дома, то ли я его, скорее всего, я его просто не воспринимала так, как нужно было бы воспринимать. Вот. И, ну, и мы с ним не так усердно работаем в плане разговоров. Вот разговаривать надо больше, и тогда и результат будет лучше. Я бы скорректировал не просто разговаривать, а теперь ты точно знаешь, покажи ему вот это занятие, это очень важно. Потому что он должен услышать. Я как сейчас я выступаю как в роли семейного консультанта, но немножко с такой с извращенной дистанцированностью, да, то есть он смотрит копию, ты смотришь копию. Немножко извращенно, но эффект хороший. Он должен понимать, ну, должен здесь уместно, как ты понимаешь. Только надо еще, чтобы вы это обсудили. Ты должна научиться, вы должны сообща вместе понять к тому, прийти к тому, что ты понимаешь слишком болезненно его конструктивные вещи. И пытаясь выразить себя, делаешь это так, как будто а он этого не слышит. Потому что ты делаешь это вот так. Ну, мне бы хотелось, мне показалось. Он и не относится серьезно. И он правильно совершенно сказал про невербалику. Абсолютно правильно. Он говорит, а как? Я не могу тебя считать, где тебе... Где... Вот когда он тебя обнял, ты что обнял и сказал тебе? Ты что сделала перед этим, когда он тебя обнял? Делала или сказала? Я подошла, села возле его ног, прислонилась к нему и сказала вот... Как ты сказала? Я сказала так. Мне было очень неприятно от того, что ты скривился. Мне показалось. Ну, видишь, я опять говорю, мне показалось. Угу. Потому что я сама считаю, что мне это кажется. Показалось — это способ уйти от ответственности. Это способ уйти от персональной ответственности. Когда ты говоришь «я так чувствую», ты уже не уйдешь от этого. А когда ты говоришь «мне показалось», это типа «ну, показалось». То есть это способ бессознательно подбирать термины так, чтобы немножечко себя как бы вот персонально снять эту историю. Мне показалось. Это значит, я не уверена. И если он начнет говорить, нет, ты говоришь, ну мне же показалось, да, ты прав. А когда ты говоришь, я так чувствую. Я понял. Угу. Это просто механизм защиты. Угу. Интересно. Угу. И ты села возле ног, метафора папы. Да, и сказала, да, что мне показалось, что ты не придал значения тому, что я тебе сказала перед этим. Да. Хорошо было бы заменить слово «показалось». Ты знаешь, мне было неприятно и больно от твоей реакции. Потому что если бы ты так сказала, это была бы правда. Но ты боишься эту правду выражать, что тебе больно и неприятно, потому что, пометуя наши прошлые занятия, ты вообще боишься говорить о том, что тебе больно. Это звучало бы, знаешь, как когда мама тебе там зуб этот лечила, да, там без анестезии. Ты говоришь, мам, мне кажется, мне больно. Это так звучит? Смешно. Смешно. А вот так это звучит у тебя со стороны. Мне кажется, я больше не могу терпеть. Это как? Мне кажется, мне больно. Нет, мне сейчас больно. Когда ты произнес эти слова и сказал это, мне было неприятно. Потому что я поняла так ситуацию. Например, ты знаешь, когда ты сказал, когда ты скривился, мне стало очень неприятно. Потому что я подумала, что я для тебя ничего не значу. Я постаралась выразить тебе свои чувства, а ты им не придал значения. И я так это поняла, и мне от этого стало неприятно. Скорее всего, я ошибаюсь, и ты просто меня неправильно понял. Давай с тобой поговорим об этом. И выведем наше с тобой взаимодействие, как муж и жена, 13 лет в браке, на совершенно ментально новый уровень, где мы будем понимать как друг друга, как две личности более глубоко, а не просто как две субстанции, которым кажется что-то,
которые должны догадаться и которые должны понять, хотя они на самом деле закрыты друг от друга, он благодаря этому реалити вообще поймет тебя по-другому. Он скажет, ни хрена себе, это она 13 лет с таким внутренним напрягом от моих обычных слов с поддержкой, с рекомендациями, а она 13 лет как рабыня Изаура, там считает, что ее гнобят. А мне вот интересно насчет вот этого выражения. То есть я и так понимаю, что мои убеждения иррациональны, да? Вот, то есть я его воспринимаю иррационально, все его слова. Но то есть я определенный период времени буду у него это все как бы, ну, расставлять на места, да? То есть узнавать его обратную связь. И вот, ну, это не всегда же нужно будет делать или всегда, потому что, может, ему это и надоест история или нет. Но мы не знаем за него, что ему надоест или нет. Тут задача не ходить и каждые 5 минут говорить, я сейчас чувствую, что ты, да-да-да, я сейчас чувствую, нет. Это гештальтисты обожают, конечно, да, я сейчас чувствую, что ты меня, я сейчас злюсь на тебя. И это хороший опыт, но в твоем случае твой супруг и ты должны просто научиться понимать, как ты понимаешь его рекомендации. И ты должна чувствовать, как только тебе обидно, ты сразу, опа, как я сейчас понимаю то, что он делает. И ты можешь ему говорить об этом в дружеской форме. Например, у вас будет правило. Вы садитесь вечером дома, и ты начинаешь, у вас такой, знаешь, вечерний такой сеанс семейной терапии. И сегодня, когда ты сказал так-то, я подумала так-то. А ты что подумал тогда? Да я вообще об этом не думал. А представляешь, а я вот подумала вот так. Да нет, я вообще имела в виду другое. Либо непосредственно в самой ситуации. Не обязательно бегать за ним каждый час и говорить, что ты чувствуешь. Надо просто понимать. И он тоже может пойти тебе на уступки, как это выглядит. Например, он что-то сказал, ты там как-то ухмыльнулась и ушла, и он такой к тебе подходит и говорит, ты уверена, что ты правильно поняла то, что я сейчас сказал? Как ты сейчас поняла по поводу, например, зарядки? Я поняла так, что ты опять считаешь меня глупой. Нет, Юля, я не считаю тебя глупой, я просто тебе напомнил. И ты вообще здесь не глупая. То есть он тоже должен проявить инициативу и тоже должен немножечко пойти тебе навстречу со словами, Юль, ты сейчас правильно интерпретируешь то, что я говорю? Или, например, он говорит, ты что-то пытаешься опять там обезьяничать, улыбаться сквозь слезы, и он смотрит на тебя и говорит, кажется, ты сейчас хочешь сказать мне что-то другое. Я знаю тебя, ты когда улыбаешься и так себя ведешь, ты делаешь вид, что все хорошо, и тебе кажется. Вырази сейчас то, что ты почувствовал, когда была эта ситуация. Он тебя об этом попросит, и ты скажешь, мне показалось, что ты меня обесценил, и вот тут начнется правда. Он должен пойти навстречу, покажи ему это занятие. Он должен научить тебя, вот, чтобы он давал тебе вот эту обратную связь в ситуации. Ты уверена сейчас, что ты говоришь, вот, что тебе не больно? Это вот про это. И вот эта ваша совместная работа над пониманием друг друга выведет вас еще на совершенно другой уровень отношений. И вы будете понимать и чувствовать друг друга прям вот ментально просто. Вот посмотрели друг на друга и поняли, что происходит внутри. А сейчас у вас искажение. Он смотрит на тебя улыбающуюся, внутри у тебя совершенно другое. Ты видишь его ухмылку, потому что он видит тебя улыбающуюся. Он думает про одно, ты думаешь про другое. В итоге ты обижена, он не понимает, почему ты так себя ведешь и почему ты обижена, ну и так далее. Так. Что ты об этом думаешь? Что? Я ему обязательно покажу занятия. И буду надеяться, что мы все-таки будем применять эти рекомендации. Надо. Теперь по поводу убеждения с перфекционизмом, с твоим, что ты должна все предугадывать. По поводу переезда. Давай вернемся к началу.
как бы можно было бы этот переезд вообще полностью понять более конструктивно, без проекции по поводу его отношения к тебе. Он, скорее всего, свойственно тебе манере, сказал: «Юль, но надо было это делать раньше. Чем мы затянули все?» И он просто выражает свои чувства и выражает свои рекомендации к тебе, что надо быть более организованной, да, можно было бы пораньше. Чем мы сейчас как лошади в последний момент, тут первого на четвертый или там, первый там, какой там этаж носимся? Но это вовсе не означает, что ты глупая. Ну, я тут ошиблась немножко, да. А имеешь ли ты право вообще на свои ошибки, на свои какие-то незнания? И на свою дезорганизованность? Почему бы не сказать себе: да, мне не очень хорошо получается с каким-то планированием? Тут надо убеждение искать, да? Почему я считаю, что я должна все-таки быть организованной? Потому что вот я должна, потому что если я не организованная, да, мной недовольны. Но они могут быть мной недовольны. Ты давай сейчас мостик приведем к твоему детству. Тобой, видимо, были недовольны какая-то часть твоих родственников в детстве. И ты научилась понимать их недовольство как характеристику себя. Помнишь, ты это даже говорила в самом начале в интервью? Я равно ситуация. Помнишь твою фразу? Вот это то, что если мной недовольны или мне говорят что-то, это значит, я плохая. Я плохой человек. То есть, например, если ты проспала, это значит, что ты плохой человек. А ситуация выглядит примерно так, объективно. Да, я проспала, и это говорит о том, что я либо устала слишком и не услышала будильник, либо это говорит о том, что я где-то неправильно выстраиваю приоритеты своего дня. Либо я просто-напросто вырубилась. Да, мне неприятно, да, это печально и жаль, но это не означает, что я как человек плохой. Да, можно было бы спланировать наш переезд вплоть до минуты и все подготовить вообще там секунда в секунду. Но если у меня не получилось спланировать вот так все заранее, как это доказывает, что я плохой человек? Ну как? Это говорит лишь о том, что я не подошла к этому переезду с таким вот серьезным планированием, потому что, может быть, я даже не посчитала, что это, ну, такая серьезная проблема перенести вещи с одного этажа на другой, где по большому-то счету нет никакой проблемы. Понимаешь, о чем я? То есть, вот мне не нравится история про то, что ты с детства взяла характеристику тебя, с их недовольством смешала. Кто-то может делать по-другому, кто-то может делать так-то, кто-то может делать так-то и так-то и так-то, и нет в этом ничего драматичного. А вот ты берешь и считаешь себе это все в вину. Но это опять базовая из той истории, что ты так хочешь, чтобы ребенок так хочет понравиться окружающим. И вот он вменил себе, что вот не должно быть так, как они говорят. А поскольку у тебя муж, это метафора папы, папа расстроился, потому что я не предугадала, как бы он предугадал. О чем ты сейчас думаешь? Я пытаюсь найти эти какие-то аргументы, которые мне это принять. То, что мне все равно такое ощущение, что нет, вот, блин, нет. Что вот нет? Давай здесь поподробнее. Ну, что все равно я себя все равно продолжаю винить. Хотя я понимаю, что... Ты себя винишь, потому что ты упоролась убеждением, что организованные люди нормальные, а у тех, у кого идут косяки, ненормальные. Ты вот просто в это веришь. Это твое верование. Потому что beliefs переводится дословно как не убеждение, а как верование. А верование всегда сильнее просто слова убеждение. Я убежден, что морковка полезна. Ты убежден, потому что... Да...
потому что у тебя есть какие-то аргументы. Например, ты прочитал статью там, в каком-нибудь журнале, где в морковке содержится там то-то, 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 да? И ты убежден, у тебя есть аргументы для этого. Но теперь смотри, я верю в то, что морковка полезна. Это не просто статья в журнале. Это фундаментальная вера, где у тебя не просто информация и статьи, а где у тебя еще какая-то целая философия по этому поводу. Вот я хочу, чтобы все это поняли, что когда мы верим, что тахикардия 120 опасна, потому что Вася Ромашка 34 написал в этом самом что-то там в интернете, это верование. А когда кардиофоба, есть целая философия о собственной какой-то сердечно-сосудистой системе, и он в это верит, или он верит, но в кардио там сложно в это верить, там больше убеждений. А вот когда мы верим про себя, я верю, что если я пукну, то я плохая девушка. Я в это верю, потому что у меня есть целая философия, основанная на огромном там всяких вот таких штуках философских, что я так не должна. Когда ты начинаешь разбирать эту философию, ну давай фактами. Вот где это написано? Но где написано, что хорошие люди все планируют, а плохие нет? Начинает рассыпаться философия. И вот отцепляться от своего верования очень тяжело, потому что это философия, с которой ты живешь всю жизнь. Это получается, что, как это самое, знаешь, обезьяна висит на пальме, ей говорит, отпусти лапу, мы тебя поймаем, бегать побежишь. Нет, не отпущу, я буду висеть, потому что... И там начинается целая аргументация. Вот отпустить вот эту вот философию, эту историю... Вот у тебя есть история в голове. Потому что я называю это упоротой историей. Вот у тебя есть вот у всех ваших, на твоих зрителей, у моих зрителей, наших зрителей, есть какая-то история. Вот если они так... то это значит вот это. Например, почему вы не можете найти себе мужчину? Есть у меня такие там клиентки, да, которых не ладится личная жизнь. И у нее целая философия, почему она не может найти себе мужчину. Потому что их разобрали всех при рождении, потому что она такая, это потому что у нее такой возраст, потому что у нее не с кем нету в городе мужчин, потому что ей нравится там что-то. У нее целое обоснование. И вот она тупо верит в это обоснование. И именно эта история, которая у нее заела в голове, не мешает ей начать действовать по-новому. А только новые действия приведут ее к новому результату и прорыву в этих отношениях. Когда она откажется от этой истории, скажет, я ни хрена, вот все, закончили, давай по-новому. И тут тренер как раз и нужен, и наставник ее. Отказаться от вот этой вот... Ты понимаешь, да, к чему я это рассказываю? Отказаться от вот этой пластинки, которая у тебя в голове, я плохая тогда, когда. И вот у тебя это крутится уже. 20 там с чем-то это крутится, и крутится, и крутится, и крутится. И вот пока ты не откажешься от этой истории, что если я не организованная, я плохая. Я знаю кучу организованных людей, которые загасили кучу народу. Они как люди очень организованные. И чё? Они хорошие, по-твоему? И знаю кучу людей, у которых вообще вот творческий беспорядок, потому что они художники, у них вообще, у художников и творческих людей понятие организации, это вообще... У меня есть куча знакомых художников, там, всяких архитекторов, у них очень сложно с организацией. Они офигенные делают работы, но с организацией у них очень тяжело. И они отличные люди. Поэтому твои аргументы – это просто выдумка философии. Ты вот упоролась с детства этой темой. Где-то ты увидела когда-то в детстве организованного человека, и тебе сказали, вот, ну какой хороший дяденька. А вот тут дезорганизованный, вот ты плохая. И вот у тебя так это сложилось. Раз пазл. Знаешь, сколько моих клиентов рассказывают мне, сидя напротив в скайпе или в кабинете, историю целую. Прям сижу и говорю, ну рассказывай. Я не могу справиться с ВСД, потому что... И там пошла целая история. Потому что это неизведанная болезнь, потому что он все пробовал, потому что там он верит в это. Я говорю, окей, хорошо, что ты пробовал, чтобы справиться с твоей ВСД и неврозом. Я смотрел все ролики, я делал то. Я говорю, если ты до сих пор не справился, ты какую-то херню смотрел, или ты что-то не понял, или ты вообще не делал то, что надо. Потому что если бы ты на самом деле делал то, что надо, ты бы с этим бы давно справился. Ты просто не делал то, что надо, но ты веришь, что ты перепробовал все.
Это не так. Вы просто в это верите все. И ты также веришь. У тебя такая же история про себя, про твоего мужа, про твою работу и про то, какая ты. Я хочу, чтобы ты на этой неделе начала видеть эту историю. Вот эту пластинку, которая у тебя крутится. Твою философию, которую ты как обезьяна на пальме привыкла к этому. Какая ты и почему. И когда эта обезьянка спрыгнет с пальмы, она говорит, охренеть. Мир-то какой интересный оказывается. Он такой разнообразный. Вот сколько пальм. И задача твоей терапии, терапии наших клиентов, это увидеть вот эту историю, в которую они верят. У нас есть даже люди, которые верят, что Земля плоская. Просто нас всех обманывают. Они убеждены в этом. Вообще, верование – это то, что управляет населением очень сильно. И в невротики они также веруют. Я был на 2006 месте, очень веровал в то, что у меня 100% все плохо с сердцем. Я практически в это веровал, как будто это правда. Хорошо, что мне хватило мозгов очень быстро подвергнуть это сомнению. А есть люди, которые годами имеют опыт, и у них настолько вот такая, знаешь, вера в то, что вот все плохо. Это касается и финансов. Почему у тебя, сколько ты зарабатываешь? Я зарабатываю $1000 в месяц на протяжении последних 10 лет. Тебе хватает? Нет, мне вообще не хватает. Как живет твоя семья и ты? Мы постоянно нуждаемся. Окей, что ты сделал за последние 10 лет, чтобы это изменить? Ну, у меня такая ситуация, там сейчас целая история. Почему он не может выйти за эту $1000? Там сейчас такая история, там столько возникает всего. Как и у него вот это, знаешь, прям роман такой, насыщенный фактами и аргументами. И он говорит, вот поэтому я не могу выйти за $1000. Я говорю, окей, хорошо, если мы вот эту всю херню, которую ты сейчас сказал, забудем, я тебе скажу одно, тебе просто не хватает мышления для того, чтобы понять, как зарабатывать больше. Выйти, например, за эти рамки твоего убеждения и начать действовать по-новому. Он говорит, нет, я так не могу. Почему? А потому что там дискомфортно. Я так не привык. И он привык рассказывать себе изо дня в день одно и то же. Поэтому он и не выйдет за эту $1000. Но об этом мы поговорим чуть позже. Поговори с мужем. Покажи ему сегодняшнее занятие и попробуй на этой неделе быть именно вот выйди из своей истории, что он поймет, он обидится и так далее. Вообще вот с нового листа, просто к нему как к мужчине. Как будто вы вчера поженились, вчера познакомились. Ты его не знаешь, ты просто ему рассказываешь свои чувства. Без вот этой предвзятой истории, которая у тебя уже крутится. И без мимики. Вернее, с правильной мимикой, да? Не надо правильную мимику делать. Теперь ты будешь идти и пытаться правильно мимику. Нет, у тебя мимика автоматически будет работать какое-то время. Просто увидь, как это происходит, окей? Угу. Спасибо за встречу. Тебе спасибо. Не за что. Счастливо, пока. Пока.